По окончании в 1949 году студии при Русском драматическом театре имени Грибоедова в Тбилиси. Становится актером Ереванского театра имени Станиславского. Снимается в кино с 1954 года. С 1953 года. Актер Ереванского театра музыкальной комедии. В 1954-1955 году. Актер Тбилисского ТЮЗа. В 1957-1961 году. Актер армянского гостелерадия. С 1961 года. Актер киностудии имени М. Горького. Один из ведущих актеров дублирования и закадрового озвучивания в советском и российском кино. Прекрасный актер, непревзойденный мастер дубляжа. Он оставил неизгладимый след в истории советского и российского кино. Зрители помнят и любят созданные им образы, его голос звучит в каждом третьем переозвученном фильме или телесериале. Снимался во многих популярных картинах, играл офицеров и шпионов. Из сообщения Союза кинематографистов РФ скончался ранним утром 18 ноября 2011 года в Москве от инфаркта.